Что ж, сегодня мы с вами начинаем изучать доктрину греха. В ваших конспектах это страница 56. И как вы видите, в начале приводится обсуждение различных терминов, которые используются в Писании и относятся к понятию греха. И первое, что мы с вами сделаем, это поговорим о значении греха, и затем рассмотрим библейские слова, которые обозначают грех. И, конечно, вначале мы начнем с того, что рассмотрим ветхозаветные слова, и затем рассмотрим слова, используемые в Новом Завете. Итак, термины, указывающие на отклонение от того, что есть добро. И далее я хотел бы перечислить для вас несколько слов. Этот материал, к сожалению, отсутствует в ваших конспектах, поэтому вот запишите термины, которые указывают на отклонение от добра. Первое — это слово «ката», которое означает промахнуться мимо цели или согрешить. Вы также можете промахнуться мимо цели, если речь идет о неких нравственных или духовных стандартах или требованиях. Это тот термин, который может использоваться в других контекстах. Вот, скажем, книга Судей, 20 глава, стих 16. Это пример, когда это слово используется в другом значении, не в значении греха, но в большинстве случаев это слово указывает на нравственную ошибку. Теперь посмотрите на второе слово «авар». Это слово означает «преступить». Будет еще два слова, но я хотел бы убедиться, что у вас достаточно времени, чтобы все записать в своих конспектах. И вот посмотрите далее в своих конспектах на странице 56 и далее до середины страницы 58. Вы видите остальные слова на еврейском и на греческом, а также приведены их определения. И также можете прочитать выводы, которые делаются на основании этих слов. А мне позвольте перейти к следующему слайду. Мы затем вернемся к предыдущему слайду, если вы вдруг не успели все записать. Третье слово — это еврейское слово «шага», что означает «ошибка невежества». И это следует отличать от ошибки вследствие предубеждения, или когда какая-то ошибка, какой-то поступок совершается преднамеренно, сознательно. Но, скажем, если вы говорите, что кто-то нарушил закон, при этом не осознавая, что есть такой закон, но при этом он все еще совершает такую ошибку, то вот слово «шага» — это то ветхозаветное слово, которое вы будете при этом использовать. И, наконец, четвертое и последнее слово, которое указывает на отклонение от того, что есть добро. Это слово «фаа», которое означает «уклоняться в сторону». И далее я привел для вас несколько ссылок на тексты Писания. Это Псалом и книга Иезекииль. И вот в этих текстах это слово указывает на нравственное заблуждение. Хотя следует признать, что более часто это слово используется в значении физического уклонения, когда кто-то заблудился, идя по какому-то пути, ушел в сторону и в результате не дошел до той цели, куда он шел. При этом понятно, что этому слову не придается никакого нравственного значения, хотя в этом случае также используется слово «фаа». Но, как минимум, в этих двух стихах Библии, в Псалме и в книге Иезекииль, мы видим примеры, когда это слово имеет нравственное значение, и оно указывает на отклонение от праведности, на грех. Что ж, позвольте мне вернуться к предыдущему слайду, и если вы еще не успели переписать значение этих слов, вы можете это сделать сейчас. И вот пока вы это делаете, позвольте мне сказать, что я надеюсь, что вы
уже просмотрели все остальные слова в ваших конспектах, ознакомились с определениями, и есть ли у вас какие-либо вопросы относительно всего того, что вы прочитали на страницах 56, 57 и в начале страницы 58? Итак, есть ли у вас какие-либо вопросы, которые вы хотели бы задать? После каждого слова, слова, используемого в Ветхом Завете, вы можете видеть вывод и также определение. И то же самое со словами, используемыми в Новом Завете. Вы также можете найти определение и можете найти вывод относительно этого слова. И уже затем вы можете найти некую попытку дать обобщенное определение греху. И если вы просматривали ваши конспекты, то вы знаете о том, что мы отличаем греховный поступок, с одной стороны, от первородного греха, с другой стороны. И очень скоро мы с вами начнем разбирать тему первородного греха. Но я хотел бы вначале, чтобы вы просмотрели все те слова, которые используются в Писании. Если у вас была возможность просмотреть этот материал, то вы знаете, что есть много разных слов, которые указывают на понятие греха. И, конечно, есть некие схожие моменты в значениях этих слов, но, тем не менее, есть и некие отличия. К сожалению, мы очень творческие существа, особенно когда поступаем неправильно. Поэтому это творчество ведет к тому, что имеется очень много слов для описания наших грехов. Что ж, пожалуйста, какие есть у вас вопросы или замечания? И вы можете отметить, что мы разделили слова, которые используются в Ветхом Завете, на несколько категорий. На термины, которые указывают на отклонение от добра, и на термины, которые по своей природе носят более богословский характер и указывают на вызов, брошенный Богу. А также есть слова, ветхозаветные слова, которые описывают внутреннее состояние грешника. Есть еще термины, которые указывают на нравственный аспект греха. И также есть еще слова, которые указывают на вину. Что ж, позвольте мне перейти немного вперед. Что касается богословских слов, у вас есть «хаша», также у вас приведено слово «марад», а также слово «мара». Вдобавок к этому у вас еще есть слово «маэн». Все эти слова должны быть приведены в ваших конспектах. Затем слово «ханав» — «быть безбожным, пустым». И далее есть слово «маав» — «поступать вероломно». Далее давайте посмотрим на те слова, которые описывают внутреннее состояние грешника. И здесь перечислено три слова. Это слово «ава», означает «быть» или «поступать неправильно». Это слово выражает сознательное и намеренное нечестие. Затем есть слово «раа» — «быть плохим». И затем идет слово «раша», что означает «быть виновным» или «быть нечестивым». Затем можно перейти к тем словам, которые указывают на этический аспект греха, когда нарушаются определенные правила и законы. Также есть несколько других слов, которые используются в этическом значении. Это слова «хамас» и «авал». И также основное слово, которое используется в Ветхом Завете, указывающее на вину, это слово «ашам». С одной стороны, удивительно, что так много разных слов используется в Ветхом Завете, слов, которые несут на себе эту идею, потому что мы с вами знаем, изучив еврейский и греческий языки, что греческий язык намного более разнообразней, чем еврейский. Очень часто бывает так, что в еврейском языке есть всего лишь одно слово,
И это слово может не соответствовать в точности нашим английским словам и идеям. Но вот когда заходит речь о грехе, то слов очень-очень много. Что ж, хорошо. Мы с вами получили определенную информацию относительно того, что касается ветхозаветных слов. Что касается Нового Завета, то основное слово здесь — «хамартия». И это слово означает «промахнуться мимо цели». И именно это слово легло в основу раздела теологии, который стал известен как «хамартиология». Хамартиология — это доктрина о грехе. И вот это греческое слово, на основании которого и появилось это название. Далее есть еще термины, которые также приведены в ваших конспектах, поэтому мы не будем подробно останавливаться, просмотрим их быстро. Парабайна, далее слово «эгноя». Это слово означает ошибку, невежество, неведение. В отличие от того, когда что-то неправильно совершается преднамеренно, осознанно. Далее есть еще несколько терминов, которые имеют скорее богословское значение, и которые, говоря более конкретно, указывают на нарушение и попрание закона. И вот посмотрите, в ваших конспектах перечислены эти четыре термина, которые используются в таком значении. И также есть термины, которые указывают на духовную испорченность. Здесь также несколько слов «какия», затем идет слово «понерия», и, по сути, здесь то же самое значение, что и «какия». Затем также необходимо упомянуть этические или юридические термины, и конкретно три термина. Это эдекия, это слово указывает на несправедливость, неправедность. И, конечно, противоположное по значению слово, что касается праведности, это слово дикаесуне, которое переводится как оправдание. Поэтому эти слова важны для нас не только для определения греха, но также и для определения оправдания и праведности. Что ж, идем далее. Инокос. И опять же, это юридический термин. Офейлама. И все это слова, которые имеют этическое или юридическое значение. Если подводить некий итог, то можно сказать, что в Ветхом Завете основная идея — это непопадание в цель и преступление, намеренное восстание против Бога. Есть грехи, которые совершаются по невежеству, но также есть и грехи, которые совершаются намеренно. Я думаю, некоторые из вас слышали о переводе, в котором, когда речь шла о грехах, во всяком случае, в Ветхом Завете, о грехах, которые совершались намеренно, указывалось, что эти грехи были совершены тяжелой рукой. То есть за этими поступками стоят намерения, стоят мотивы. Рука была поднята намеренно и совершила то, что является злом. И с другой стороны, есть грехи, которые совершены непреднамеренно, не тяжелой рукой. И что касается Нового Завета, то основная идея, по сути, та же самая. Разница, быть может, лишь в том, что делается большее ударение на открытом неповиновении Богу и Его стандартам праведности. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И все вышесказанное ведет нас к необходимости дать определение греху. И вот если вы посмотрите на страницу 57 и 58, вы увидите много разных концепций греха,
которые в чем-то расходятся с тем, чему учит Писание. Скажем, дуалистический подход. И здесь идея греха в том, что грех — это некая метафизическая конечность, ограниченность, когда чего-то не хватает, когда имеет место конечность чего-то. Богослов, который жил несколько столетий тому назад, по имени Фридрих Шлеймахер, говорил о грехе так: грех сводится к чувству нежелания, которое всегда присутствует в благочестивом восприятии Бога из-за чувственной природы человека. И в человеке присутствует некое осознание того, что есть высшее существо. Но вот тот факт, что мы не всегда ощущаем свое единство с этим высшим существом, вот это и есть грех. Идем далее. Грех как личный неправедный поступок. И это уже ближе к правильному пониманию греха. Но, тем не менее, здесь не остается места для первородного греха. Основное внимание уделяется только явным нечестивым делам. Далее есть еще одно представление, что грех связан только лишь с нравственным законом. И проблема с этим представлением в том, что грех имеет место только тогда, когда есть взаимоотношения между людьми. Это представление не учитывает взаимоотношения человека с Богом. И далее, грех как эгоизм, то есть когда кто-то ставит себя выше Бога, и любовь к себе выше любви к Богу, и такое происходит. И это действительно есть грех, но вопрос вот в чем: только лишь это грех? Насколько полное это определение? И вот далее вы можете увидеть то определение, которое я предложил. По своей сути, грех — это волевое и намеренное решение творения не послушаться Бога, отвергнув Его откровение. Тем самым творение ставит свои желания превыше желаний Творца. И вот вы видите ниже этого определения пояснение, или, можно сказать, комментарий к этому определению. На самом деле, это определение греховного поступка. И мы понимаем, что нам необходимо сказать больше и не ограничиваться лишь этим, и мы это сделаем. И мы с вами поразмышляем о том, что такое греховная природа, как совершается греховный поступок, что это за процесс, с чего все начинается, бывают ли грехи непреднамеренные или преднамеренные. Конечно, мы добавим еще много пояснений к этому определению, однако само по себе это определение не так уж и плохо. И еще, я думаю, вы отметили, что это определение не затрагивает вопрос первородного греха. На самом деле, это определение греховного поступка, а не первородного греха. Что ж, я думаю, все это вам должно быть понятно. Но прежде чем мы пойдем дальше, может быть, у кого-то есть вопросы о том, что мы с вами разобрали. Что ж, если все понятно, давайте пойдем дальше. Происхождение греха. Я думаю, каждый из нас не раз слышал такой вопрос. А почему Бог изначально решил включить грех в свой замысел для Вселенной? Ведь Бог не только создал нашу Вселенную, ведь Он тот, кто предопределил все, что будет происходить. И Он всезнающий, и Он всемогущий. Почему же тогда Он замыслил так, что в этом мире появился грех? На этом курсе мы не ставим перед собой цели ответить на этот вопрос. Мы немного затрагивали этот вопрос и отвечали на него на курсе «Теология-1». Но если у вас есть интерес разобраться в этой теме, то в следующем семестре я буду преподавать курс по выбору. Это курс «Проблемы зла».
и я буду рад видеть вас на этом курсе. Если же вы не хотите ждать до следующего семестра, то позвольте мне предложить вам книги, которые я написал на эту тему. Одна книга называется «Многоликое зло». В основу этой книги легла моя докторская диссертация, которая была дополнена многими мыслями. Эту книгу «Многоликое зло», если вам будет интересно, вы можете взять в библиотеке, я уверен, что она там есть, а также можете купить в нашем магазине. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.